Всем салам. Салам, брат, салам. Как у вас делишки, ребят? Как проходит ваша пятница? Раз вы в моем эфире, значит, пятница у вас как бы домашняя, да, наверное? Не гуляете, нигде не веселитесь. Сколько у нас времени сейчас? 22:12. Ну что, в принципе, рано для тусовок. Помахал. Так, ну давайте что-нибудь расскажите мне интересного. На самом деле. Тебя не узнать с такой стрижкой. О, спасибо. Еще будешь что-нибудь бить себе? Конечно, буду забиваться. Привет, привет, привет. Так, это мне помахал. Ребят, всем сразу помахал. Всех обнял. Приподнял. Как говорю, всегда выкинуть окна. Хочу. Так, еще помахал. Еще помахал. Всем помахал. Правильно, что волосы отрастил пиздато. Спасибо. Ну, попозже постригусь, покороче, как было. На Дон-2 не собираешься? Слушайте, этот вопрос никого не оставляет в покое. Может быть, не знаю, получится ли в этом году еще попасть туда, но вообще планирую. Нет, не поддерживаю вообще ни с ним. Нет, я не в Москве, я в Калининграде. Миленький такой, чем занимаетесь сами в пятницу? Слушайте, мы решили в пятницу дома посидеть, отдохнуть, остаться наедине с друг другом, как-то так, пообщаться. Всем помахал, ребят. Просто каждому не смогу махать. Берет такая прическа, спасибо. Зачем тебе туда? У тебя подруга же есть. Ну и что, это большая школа жизни. Там, ну, не помешало бы нам сходить вдвоем туда, если честно, проверить свои отношения. Настоящий интересный парень. Спасибо, Ольга Марченко. Как же девушка? Только если с девушкой. В Калининграде что делаю? У меня мать открывает клинику, я помогаю ей. Как погода в Калининграде? Слушайте, последние два дня солнышко радует как бы. С Тюмени, как твою девушку зовут? Елена. Побольше оставляй свои танцы, хорошо. Тюмень, привет, hello. Мне кажется, тебе прическа так изменила в лучшую сторону. Спасибо. Не такой бандит, да, стал с виду? Лысым-то повеселее. Лысым я был бандитом. Надо как бы завязывать уже бандитскую жизнь. Я думаю, там бы вы больше ссориться будете. Неважно, будем мы ссориться, это нормально. Я считаю, что вообще в каждой семье есть ссоры. Главное их решать, эти проблемы. И это же эмоции, это классно. Привет из Москвы, привет. Немецкого больше танцев в инсту. Хорошо. Ты окончательно переехал в Калининград? Нет, не могу такого сказать, что окончательно. Потому что жизнь в движении, как мне сказала моя женщина. Так что все может быть, что и в Москву переедем, как бы, понимаете? Салам, фрайрок, салам. Танцы выставляют. Почему? Почему девушка не рядом? Она в другой комнате, сейчас придет. Уфа, привет. Беларусь, привет. Да, прическа огонь. Спасибо. Спасибо за прическу всем. Я уверен, у вас тоже у всех классная прическа. Как бы, не могу увидеть. Не буду просить, чтобы вы мне присылали фото с вашей прической, потому что я устану смотреть на эти фото. Я в Калининграде. Еще раз повторяю, почему Калининград прибрался. Мать открывает здесь клинику. Не мать, а мама. А вот я помогаю ей. Здравствуйте. В иной работаешь еще? Нет. Почему не вставляешь фото с девушкой со своей? Почему? У меня есть фото. Просто нужно сделать хорошие фотки и выставить. Тогда ждем вас там. Ты мне нравишься. Спасибо. Твоя девушка всегда жила в Калининграде? Нет, не всегда. Во сколько лет хотел бы стать папой? Какого бы первого хотел, мальчика или девочку? Во сколько лет, я не знаю. Как Бог пошлет, так и будет ребенок. Первого хотел бы, конечно, мальчика, чтобы он был старше, а потом, конечно, девочку. Это дрон. Я понял, братан. Поселка Гирея. С кучером не общаюсь. Калининград, привет, Ди. Привет.
когда на Дом 2, не знаю. Барнул, привет, много старых участников пришли на проект, ты как? Все впереди, меня звали, я должен был пойти, несколько раз меня звали на проект, но так сложилась вообще такая ситуация, что у меня не получилось прийти. Но я думаю, я все-таки вернусь туда еще и не один. Димка, привет, такой другой, спасибо, привет. Было бы очень интересно, если бы вы пришли вдвоем на проект. Это было бы очень интересно, поверьте. Она такая у меня, что как бы продохнуть не дает спокойно. Как бы. Понимаете? С кем общаюсь дома была? Ну, со всеми, с теми старенькими, с кем общался, как бы, а новеньких я не знаю. Привет, такой прикольный, как ты изменился, спасибо. Вы же кореша были, почему не общаетесь с ним? Слушайте, человек какой-то двуличный, не знаю, он переревновал меня к Юле Кефременковой, на самом деле такой бред, блядь, и просто перестал там, блядь, писать, блядь, дурак, блядь. Не ходите на Дом 2, живите с девушкой своей жизнью. Слушайте, а почему нет? Мы молодые, мы хотим развиваться и добиваться в дальнейшем. Это ж не значит, что это на Дом 2 пришли и переговор. Это не так, на самом деле. Оттуда много плюсов можно взять. Ольга Бузова такая же в жизни красивая, как в Инстаграме. Слушайте, я не знаю, если она для вас красивая, то значит она и в жизни такая красивая. Для меня как бы не очень. В Калининграде живем. Почему так мало фото с девушкой вообще нет? Потому что, не знаю, как-то мы особо много не фоткаемся с ней. Как бы нужно бы сделать классные фотки, и мы их обязательно выставим. Когда был в хорошей херне мается, иди на Дом 2, то он без тебя развалится. Спасибо. Почему перестали общаться с Никитой? Почему перестал общаться с Никитой? Как бы не буду рассказывать всю суть, но у нас Гриценко немножко подставил, и мы с ним не общаемся после этого. Почему из НЛ ушел? И это не мое. Дом 2 дает неплохие перспективы, а во-вторых, можно проверить отношения. Конечно. Там, я еще раз повторюсь, большая школа жизни, где ты столько проходишь со своей девушкой, что потом, после проекта, вы просто идеальная пара. Если плюсы есть, то берите от жизни все. Счастья вам, спасибо. Вот, пишет мне какая-то чудовище, смотрите. Фу, хуйло в эфире. Марина, 04-06-198. Я желаю тебе счастья, здоровья, любви, и чтобы у тебя все вообще в жизни было классно, на самом деле. Как бы на таких людей я обращаю, ну, не обращаю внимания. Это как, знаешь, мимо проходишь, у тебя собака гавкает, ты же не гавкаешь ей в ответ. А что здесь происходит? Ну, мне пишут, фу, хуйло в эфире. Позови девушку, вот девушка пришла. Привет. Чисто из-за тебя проект смотрел. Почему мне зафигянуло? Кому? Ну, как бы мне камеру подругу. Мой прыщ виден просто. Да нормально. Вот так, я буду вот так. С лицом общаюсь, да, с Украиной. У вас собака есть, это ее собака. Бородина, Бузова, Орлова, кто из ведущих ближе? Бородина. О, кошка пишет. А мне Бузова нравится. Да? Не вернешься? Да, вообще красотка. Мне спрашивают, не вернешься на Дом 2? Пойдешь на Дом 2? Я иду, я не знаю, вам идет, нет, а я иду. Ну, так вот у нас пойдет. Спасибо. Это Марина Овцова. Привет, красавчики, спасибо. Зачем подписываться и оскорблять потом? Слушайте, я тоже этим же вопросом задаюсь. Ну, у людей просто скучная жизнь, понимаете? Они сидят и обсирают других людей, завидуют им вообще. Девушка клевая, вы круто смотришь здесь. Чекулина красота. Да страшная вообще, как можно жить такое. Да, и по-любому там такая красотка, наверное, написала бы, что прям удивилась. Я тебе тоже желаю всего хорошего. Ну, я бы увидел, как ты мне пожелала всего хорошего, написала фуго в эфире. Как бы, извините за мат меня. Какая девушка красотка? Да, как бы. Красоток только держим. Я вообще первый раз в эфире, на самом деле, вот так вот я ни разу не выходила, поэтому я так сижу, смотрю, не понимаю, что с ней, что надо делать. Какие вы красивые, классные, счастья. Хотите отвечать, да? Да. Покрутись, девушка. Да сейчас. Девушка у тебя очень красивая. Понятно тебе. Так держать. Евгений, от души, братан. Это твоя девушка. Да не, не моя. Так подсела просто. Такие слабенькие. Любишь свою девушку? Вопрос кузусы. Любишь. Давайте быстрее на поляну, буду снова смотреть. Постараемся. Красивая пара. Где познакомились? Возле кинотеатра.
Руслан, ты кто по нации? Я вообще русский, но у меня дедушка и мама азербайджанка. Сходи на проект, чисто лещей бедолагам раздать. Слушай, ну меня снова выгонят, как бы я уже сделал работу над ошибками. Учусь над своими ошибками, стараюсь их не повторять, так что я уже не собираюсь никого бить туда, а только если строить отношения. Но если, конечно, меня вынудят, придется, конечно, и дать леща. Лин, ты очень красивая. Ну-ка, дай почитаю. И милая. Обязательно иди на дом 2. Вы очень круто смотритесь вместе. Все. Спасибо. Любовь пойду. Я случайно написала. То есть ты случайно написала, что хуйло в эфире. Спасибо тебе. Она исправилась. Главное вовремя осознать свою ошибку. Да, исправить. Молодец. Мне почему-то твоя девушка Таня Фукова напоминает. Ну, нет. Моя девушка намного красивее. Привет, Санкт-Петербургской области. Спасибо, очень красиво, очень похоже, спасибо. Очень красивая пара. За кого болеть будешь, Хабиб или Конор? Хабиб. У меня, кстати, день рождения 3 октября, а бой будет 6, так что боя жду больше дня рождения. Дима, ты русский, можно сказать так, да. Вот часы стоят. Пусть стоят. Передай привет Германии, мы ждем. В смысле пусть часы стоят? Батарейку надо купить, ну, сейчас, и поставить. Что ли? Как бы, понимаете, уже, да? Уже когда последний раз ты был здесь? 3 назад? Вот видите, до сих пор часы как стояли, так и стоят вообще. Хорошо. Мы ждем. Это девушка. Красивая пара. Уже мне комплименты напишут. Спасибо. Вот молодец, исправилась. Вот красотка. Люблю людей, которые девушка похожа. Развиваются и как бы работают над собой. Девушки твои хоть губы свои? Конечно. Слушайте, а даже если не свои, я не понимаю, что есть такого. Это 21 век на дворе, и главное, чтобы все в миру было. Я ничего зазорного в этом не вижу. Будешь пробовать виски Конора? Не, петуха этого не буду пробовать виски. Дим, покажи тату у Лены. Вот, смотрите. Ну вот, как бы у нее рукавчик такой красивый. Тут не доделано еще. Да. Ой, там много кого выгнать нужно, а вы бы смотрелись офигенно, спасибо. Сколько лет есть? Сколько есть и мои? Салют. Как звать спутницу? Спутницу по жизни. Елена. Так, а что все замолчали? Я буду за Тимошкой. Тимошка? Я думаю, что если ты и твоя девушка поедут на 2, к ней все будут липнуть. Я думаю, что если ты и твоя девушка пойдете на дом 2, к ней все будут липнуть. Ну, слушайте, у меня красивая девушка. По-любому! Пусть липнут, как бы. Но, как бы... Это Тимми. Не голодный, Он хочет меня укусить, смотрите, как он сует. Какой ты толкой? Брат, только позволяй загнать себя под колбу. Нет, как бы под колбом я не буду, конечно. Ну, может, да ладно, все, на самом деле, нормальные мужики подкаблучные. Не, приди на дом и дай леща рапи, 10 тысяч. Слушайте, да, люди такие необычные, что я вообще их не хочу трогать. Это, мне кажется, психика нарушается. Красивая девушка. Согласен. Как было вместе? Месяц. Когда в Баку? Баку не собираюсь. Сколько вам лет? На 2 или как? На 2 не собираетесь. Одни и те же вопросы уже отвечал. Бороду долго растил? Да нет, 1-2 месяца, наверное. Я ее постригаю вообще, как бы. Чтобы уже был бы как Дед Мороз. Наоборот, свои красивее, естественно, такая. Я естественная? Да. Лена, целуй своего красавчика и вперед покорять вершины. Прекрасно. Спасибо. Собака так правильно села в эфир. Да блин, где сколько вам? Мне 24. Тебе сколько лет? 25. 25. Носик, покрутись, пожалуйста. Бля, Артём, что ты за бред пишешь, бля? Покрутись. Красивый, спасибо. Что за порода собачки? Чихуа. Чихуахуа. Не хуахуа. Кем девушка работает? В сетевом бизнесе. Как бы я уже все за нее ответил. Она не успевает. Ей 15 дашь. Ты на спасибо. Дагестанцев похож, красивый. Спасибо. Дагестанец. Она врет, ей 18, красотка. Спасибо. Мне просто интересна ее талия. Слушайте. Сантиметр? Ну скажи, сколько? Ты же мне недавно показывал. Сантиметров у меня 63.
60 бриллиантов. Почти идеал. Да. Смотрите, если у тебя сейчас другая, сразу серьезно стал. Вообще сам серьезно. Дим респект от души. Артем, ты только подписался, мне надо Ростов. Привет, Крым. Как там в Крыму погода? И классное счастье вам, Диму, давно надо было счастье свое найти, и вот рядом сидит. Слушайте, ну вообще счастье не ищут, оно как бы само происходит. Ты даже не ждешь этого, бац, и все. Вот и счастье. Дом 2 по сценарию нет. С Бразиком счастье нет. Что, вообще не такого нет. Девушка старше тебя на год. Где из Казани? Типа, вот, хорошо. Казань, привет, сколько тебе лет? Как познакомились? Как познакомились мы? Я стояла у кинотеатра. Он подошел, сказал... Женюсь без себя не могу. Короче, шел в кинотеатр на кино. Стояла мадам, такая вот красивая, залипала в телефоне. Думаю, да я подкачу. Подхожу к ней, даю сумку, говорю, подержите, пожалуйста, пока она держит сумку, я завязываю шнурки, потом говорю ей спасибо. Ну и после этого пошел поехать. И она пошла в кино, она уже есть. Да. Барселона приветствует, привет, привет из Баку, классный Баку, привет, привет, вы супер смотрите, спасибо. Букевич, привет. 25, здравствуйте. Ты сосал. Серьезно? Ты сосал. Почему я не в курсе? Да. Даже ошибку написала здесь, представляешь? Сосал. Может, сосал, ты же ошибку написал. Куда планируете отдыхать? А это девочка, которая она сначала в дни писала? Нет, это другая, это другая. Сосала или не сосала? Да. Шучу. Любовь с первого взгляда. Можно так сказать. Я сам ее купил, спасибо. Хорошо смотрю здесь. Выполним код Сбербанк онлайн. Все? Вопросы закончились? Конец? Пока? Пока. Спать? Привет, Александр. Привет. Живем в Кунграде. Нет, мы не вместе живем. Нет. Он так иногда захаживает. В гости. Что, тебе жарко, слушай? Чем не гуляем? Гуляем. Сегодня решили остаться дома. Что мы у нас сейчас еще бухать тоже. Тебе нравится тут же? Да. Здесь мы были. Общайся с дома 20, со всеми, с теми, с кем был там. Самочувствие отличное. Честно сказать, ты очень сильно изменился. А в какую сторону? В хорошую или в плохую? Как тебе сейчас как тебе состав сейчас на доме дома? Да, вообще у меня бицуха норм, кстати. Это я не качаю ее специально. Раньше, когда я качала бицуху, прям норм. У меня просто была нарушена мера жестокости. Я ударил человека, он просто вырубился, и это даже не показали по эфиру. Поэтому не видно. Там разве браки, там они, блядь, дерутся для девчонок. Изменился в лучшую сторону. Спасибо. Вот хорошо. Работал над собой. Возьми сколько. Хороший, хороший пишет. Спасибо. Да, я тоже так думаю, когда наш состав был интересный, там была Юлия Фременкова, Фрост, там, ну, там у нас каждый день были какие-то обсуждения, вообще война там была. Сколько лет занимается в зале и сколько раз в неделю ходишь? В зале года 4 занимаюсь, в неделю вообще 3 раза. Ну, сейчас немножко позабила. Скоро Дима как с ним перебудешь? Встречалась. Скоро Дима перебудешь бицепсы. Да я не качаю его специально. Потому что я говорю, что у меня драка была жесткая, поэтому... Что?
что реально какая-то рука прям. Нет, ну нормально, только там не поступился. Ну, друзья, на роли били. Пусть увидит, как он билет и жив, или запах, как сам сахар назвал. Зачем я вдруг вести, скажите мне? Что делали на доме 2, вне съемок? Слушай, там съемки всегда. Мне кажется, ты когда познакомился с Леной, мне делалось так. Может быть, у меня просто как бы добрее душа стала. Юляшка шарит. Желаю вам счастья, берите друга, вы классно, спасибо. Вообще сложно прийти на дома. Ну, одиночки, да, сложно, но рано тяжело. Если есть там любимый человек, то вдвоем можно хоть и год, и два посидеть. И три, и пять, и жить там вообще, и маму, не, ну, бабушку, не, ну, это, детей нарожать. Это как Рапунцель уже. А что, давай так. Как Рапунцель уже. А что, давай. Чокнулись уже, я так не могу. Лена русская, да. Ну так, с хохлядскими корнями. Лёпочки, ну куклушка. Куклушка, кстати, самая красивая. Ну реально. Да. Вместе месяц. Счастье, спасибо. Месяц, такое ощущение, как будто я... Всю жизнь, наверное, тоже. Ну да. Тренажёрку? Нет, выхожу возле двора, там, подтягиваюсь на брусьях и так далее. Красиво. Спасибо. Я сюда встал, будем иногда прощаться. Похоже, с вами сейчас свяжемся, так что всех обнял, приподнял. Спасибо, спасибо. Все, всех поцелую.